Итак, друзья, как отличить настоящий от ненастоящего Xiaomi Smart Band 7? В данном случае у меня две коробки настоящих. Вот так выглядит настоящий. Так, поехали, сейчас первое. Значит, первое — это глянец. Вот это вот изображение, оно глянцевое, оно выпуклое. То есть, если я провожу пальцем, то прям чувствую рельеф. Если под углом посмотреть, да, то вот эта вся поверхность, она матовая, да, а вот эта глянцевая. Она и выпухлая, и глянцевая. Блин, я сейчас смотрю. А, ну вот я думаю, что вот так видно. Плюс вот этот вот внизу выступ прямо очень, ну, короче, выступает. Следующее, это здесь значок Mi. Точное название Xiaomi Smart Band 7. Здесь вот эти два изображения тоже глянцевые. Вот это все матовое, здесь вот глянцевое. Он тоже, я думаю, что сейчас я... А, ну вот так, я думаю, будет видно. Плюс вот как выглядит. Смотрите на QR-код вот здесь вот одинаковые. 6-934-177-783-500. Вот, он одинаковый. Значит, друзья, что касается дальше внутренности. Внутренности имеют вот такие вот вырезы. Вот здесь вертикальный, здесь вот кругляшок вот такой. Кстати, в одном у меня китайском не было макулатуры, а вот в российском, короче, вот такая гигантская макулатура. Здесь на разных языках, я такой первый раз вижу, такого не было, никогда такого не было. И вот, это тоже оригинальный, только в одном. Друзья, теперь, что касается самого Mi Band, прошу прощения, Smart Band, Xiaomi Smart Band 7, здесь сзади у него должна быть надпись Xiaomi, плюс вот датчики, вы видите, как выглядят, вот запоминайте, как выглядят датчики, они должны выглядеть так, плюс сама резина приятная на ощупь, очень складывается ощущение очень дорогого предмета, очень классно. Классно и дорого. Здесь у меня не максимальная яркость. Сейчас я убираю. Значит, теперь дальше, друзья. Ну, видите, заставка. Здесь заставка есть. Ну и просто запоминайте интерфейс. Вот такие вот фирменные заставки. Кстати, они идут вот... Smart Band 7 идет с вот таким вот экраном. Здесь двигающаяся секундная стрелка и так далее. Ну, не перепутайте. Также, если я нажимаю на сердцебиение, здесь у меня показывается сразу же ниже график, здесь конкретно сейчас сердцебиение и так далее. Друзья, и интерфейс вот сам вот такой вот, сейчас махну, вот так вот он выглядит. Вот так ровно он с такой быстротой пролистывается, вот здесь дисплей и так далее, он, естественно, еще и русифицирован. Друзья, вот так вот, не знаю еще, что сказать, что добавить, я думаю, что вы определите. Ну и качество, как видите, очень хорошее, смотрите, и такой приятный экран, очень темный цвет, здесь, по-моему, AMOLED экран, ну, короче, очень приятные цвета, очень приятно смотреть на Mi Band 7, Smart Band 7, прошу прощения, теперь он так называется. И в целом вот так вот. Я надеюсь, вам объяснил. Надеюсь, вам видео было полезно. Котейка тут, естественно, тоже в кадр пожрет сейчас чуть-чуть полиэтиленовых, значит, пакетиков. Нет, их нельзя. Видите, она уже распечатала один. Всем пока, до свидания.